Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Центус. Кто не знает, здесь нам дают бонус $100. Но вывести, конечно, мы понимаем, нам их не дадут. Пройдя в описание по ссылочке, попадете на такую страничку. Регистрация здесь через соцсеть или через Facebook или через Google аккаунт. После чего попадаем на такую вот страничку. И что нужно в первую очередь сделать? Нужно обязательно перейти в профиль и заполнить профиль. Это обязательно. Здесь все это заполнить. Вот. Далее что? Мы переходим на... Вот здесь у вас будет $100. Это бонус. И за каждого приглашенного также дают бонусы. Что я хочу сказать. Центус этот платит мне сегодня. Я вчера поставила денежку на вывод. Я делала краткосрочный депозит на месяц. Так как все равно наши монеты, они... Центус, они замораживаются, и нам их не вывести. И я их поставила на депозит. Вот бонусы обменяла на Центус и поставила на депозит. Значит, так, сейчас я скопирую адрес. Где у меня здесь? Вот краткосрочные депозиты. Они у меня... Нет, не то. Вот, краткосрочный депозит. Нажимаю сюда. Ссылочки, все ссылки будут в описании под видео. Вставляю сюда скопированный адрес. Вот мой адрес. И вот мой депозит. Он закончился, истек 1.03. Вот. У меня здесь было 1060 монет. Центуса. Я эти центусы обменяла на бирже. Вот биржа 3.04. Я вот вчера их, вот 1060 центус равна $10. Выполнено. Переходим на почту. Вот мне письмо пришло. 2, здесь быстрей. То, что вот они мне выплатили, все замечательно. Тип операции. Далее. Payer. Это было 26 минут назад. 10 плюс $10 7 центов. Так. Центус, вот, видим. И на Payer перейдем. Покажу. 4 апреля перевод выполнен. $10 7 центов. Ну, обмен, exchange. 1060 центус. Вот. $10. Так, с этим разобрались, так? Далее что? Вот они мои. Я вчера красненьким горят. Это мой, как бы я обмен делала. Далее что? Нам буду давать бонусы. Как бы вот у меня сейчас 300 бонусов. Там, по-моему, от 400 на бирже я могу обменять на центус. Вот, чтобы мы могли выводить эти монетки, ставить центус на депозит, так как все равно замораживаются эти монеты на месяц, нам нужно, друзья, сделать мультисик. Прежде чем делать мультисик, нам нужно XLM монетки. Нужно хотя бы иметь на счету самое малое 5 монет. Они дешевые, там несколько, ну там сколько-то там центов. Я также все это покупала и пополняла баланс.
Вот. Все вот через обменник этот. Через Payeer я пополняла. И нужно сделать мультисик. Если здесь будет у вас по нулям, мультисик у вас не получится сделать. Когда пополните, идете в настройки. Так, и так, мультисик. Где у нас мультисик? Вот, мультисик. Значит, как делать мультисик? Он у меня уже сделан. Я вам как бы не смогу сейчас показать, но так примерно покажу. Значит, перво-наперво нужно у вас будет здесь три строки. Вписать, скопировать. Вот идете сюда, копируете вот этот адрес свой. Вот он здесь. Так, вставляете там свой сначала адрес. Вот этот. Так. Мультисик. И здесь обязательно циферки должны быть стоять. 1, 2, 3. Обязательно. Чтоб циферка. Первая циферка — это ваш адрес. Вторая циферка. Так. Краткосрочный депозит. Тоже все будет в описании под видео. Видео смотреть обязательно. Здесь везде все есть. Видео, инструкции. Копируйте. Вот этот. Это номер 2 будет. Вставляете. Вот сюда вставляете. Номер 2. Номер 3. Далее. Так, не туда попало. Вот эту копируете. Вставляете сюда. Ну, под номером 3. Ну и там далее поймете. Я все делала как бы методом тыка. Там, ну, получится, я думаю, у вас все. Ничего сложного нет. Кто захочет, сделает. Вот обязательно сделать этот мультисик. Без этого как бы и на депозит не поставить, и не вывести будет ничего. Вот так. Ну что, я вроде как все вам показала, рассказала то, что платит. Так. Это я вам показала. Ссылочка под видео будет. Это я вам показала. Обязательно просматривать. На биржу ссылочка будет под видео также. Так, Centos. Вот здесь обменник. Я здесь зарегистрировалась в этом обменнике. Вот мои обмены. Я вот здесь все делала. Как видим, я все делала методом тыка. У меня две отмены было. Вот. Далее нажимаем вот сюда на Centos. У нас будет биржа, как бы обмен. Когда будете менять бонусы, здесь отправляете. Бонус нужно менять на Centos, например, да? Бонус, реферал бонус, друзья. Не просто бонус, а бонус реферал. И вставляете, например, 100 бонуса. Это 100 центов. Центусов, то есть вот этих. И обменный курс. Один к одному. Вот. Я же меняла потом. Так, я меняла Centos. Я меняла на Payeer. Видите, здесь платежные реквизиты. И Payeer, и Kiwi, и Perfect. И все на свете. Я меняла вот на USD. И также здесь как бы один Centos, ну, например, 100 Centos'а, это 95 центов, да, 95 центов. Вот. Также здесь, друзья, видео есть, обязательно к просмотру. Все изучите это, вот. И как мы видим, люди здесь обменивают. Здесь очень большие деньги, конечно, гуляют. Это ужасно. Вот. А так без вложений на халяву я получила вот $10. Да, я закинула сюда вот эти XLM, но это там сущие центы, копейки. Потому что эта монета, она совсем дешевая. И имейте в виду, чтобы не менее 5 монет было.
Вот. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Вот это все мои начисления зелененькие. Идут, вот мне все начисляли. А вот это вот мой вывод. До новых встреч!